Планируется ли замена светильников? Если да, то где и в какие сроки? По поводу освещения вопрос возникает у жителей, то, что мы видим, не хватает того потока. В 2021 году на эти нужды было выделено 3,5 миллиона рублей, и поменяли мы порядка 400 светильников по улице Комарова, по улице Тарнавская, если вы обратитесь, то там совершенно другой световой поток. В этом году у нас запланировано 15 миллионов, мы планируем приобрести порядка 1000 светильников и продолжить эту работу по всем остальным центральным и магистральным улицам города. Я их не буду перечислять, если есть необходимость, я дам информацию отдельно.